Друзья, если у вас свой маленький огород, до недавнего времени у вас был выбор либо платить просто конские деньги за большой трактор с трехточкой, который может и не нужен на ваши гектар или два, либо покупать мототрактор и потом платить конские деньги за ремонт, постоянные запчасти на коробку, переделки и тратить просто уйму своего времени вместо того, чтобы нормально работать. Каждый второй, покупая мототрактор, переделал со временем его под трехточку. И справедливо вы скажете, да, но есть же шифинг. Но шифинг для большинства людей все-таки остается слишком большим и бескомплектным. Здесь же вы получаете трансмиссию шифинг, плюс вы получаете комплект фрезой. Модельный ряд начинается с 18 лошадиных сил и гораздо меньше габаритов, чем в шифинге. 16-е колеса, более узкая база, короткая и так далее, что подойдет на огороды, как раз для чего? Для того, для чего он был создан. Это Forte 181 с трехточкой, 201 с трехточкой. Также есть зубры, титаны до 22 лошадиных сил с фрезами в комплекте. И это не просто реклама очередного трактора. Это следующий этап, следующее поколение. Как были мотоблоки и стали мототракторы. Также были мототракторы и теперь стали мототракторы с трехточкой. Это реальная техника для людей, кому нужно больше мощности, больше работоспособности, но при этом маленькие размеры, которые подойдут для его огорода или приусадебного участка. Кому надо не переплачивать за большой трактор, как Бномфэнг, ДТЗ или ДВ, но при этом получить все его плюсы, такие как трехточка, работоспособность, мощность и надежность той же самой трансмиссии. Друзья, заказать, выбрать такой трактор можно у нас на сайте. Все ссылочки будут внизу в описании. Или по телефону горячей линии, которая есть на экране. Друзья.